Постоянное представительство Казахстана при ООН выразило озабоченность по поводу голода в Южном Судане и призвало международные организации к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Эта инициатива была выдвинута на консультациях Совета Безопасности ООН, посвященной ситуации в Южном Судане. Согласно данным, 40% населения этой страны страдают от голода. Причиной гуманитарной катастрофы в Южном Судане стал междоусобный конфликт местных племен. Делегации пришли к единому мнению, что кризис в стране может быть решен только путем политического урегулирования на основе полного выполнения соглашения 2015 года об урегулировании конфликта в Южном Судане.